Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в Тобольске будет продолжена и в этом году. Решение о выделении средств принял губернатор Владимир Якушев на рабочем совещании по развитию инфраструктуры города и района. Кроме жилищного вопроса, предстоят и дорожные работы. В плане около десятка улиц. Дополнительно внесен ремонт проспекта Менделеева и обустройство тротуаров, велодорожек и парковок на улице Увацкой. Из областного бюджета также будут выделены деньги на реконструкцию стадиона Тобол. А в районе 7 деревянных школ заменят модульными. Еще 3 построят в капитальном исполнении. В деревнях Хмели, Лайтамак и Малое Зоркальцево. Кстати, там школа недавно отметила столетие.